вчера мы эту с вами песню спели, я предлагаю вам еще раз ее вспомнить. Помните, да, с замечательным процессом в конце? Да, ла-ла, да, ла-ла-ла, да, да. Ла-ла-ла-ла, да, мелодию напоминать даже не буду, да. На-на-на-на-ла, да-да-да-да. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Да. О пользе зимы, кстати, называется песня. Когда за окном зима, и под снегом стоят дома, в домах все же тепло, даже несмотря на то, что за окнами белый снег, и под снегом идет человек, а внутри человека тепло. Тоже несмотря на то, что не так уж тепло на тебе, а в глазах человека свет, даже очень холодной зимой. Потому что идет он домой, потому что он знает, что там снег на шапке растает сам, потому что тепло и уют, потому что его там ждут. Видно, так уж задумал Творец, чтобы нашим теплом сердец согревались дома для нас, а потом уж дрова и газ. И не надо ругать холода, холода не всегда беда, а зима для того и пришла, чтоб познали мы ценность тепла. И если зима настала, а на сердце тепла мало, трудиться душа перестала, и в доме вдруг холодно стало, для себя всегда будет мало, и чтобы тепла хватало, надо, чтоб сердце давало минимум, помните, насколько, да? Ну, как минимум, это только для начала, поэтому обними тех, кто рядом с тобой, и с любовью для них спой. Надо еще раз петь эту фразу? Нет. По-моему, надо все-таки еще. Вот смотрите, даже если рядом незнакомый человек сидит, неважно, все равно. Обними тех, кто рядом с тобой, вот-вот-вот, и с любовью для них. Для себя прям вот, чтобы обнимайте для себя, всегда будет хорошо тогда. А как петь, помните? Давайте, соседям. Ла-да-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Давайте вы. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Да, теперь знаете, что теперь вот вспомните своих друзей, близких, родных, знакомых. Да, вот кого здесь нет, но как кто-то точно сейчас вас услышит, если вы от души споете. Давайте. Ла-ла-ла-ла-ла. Проверяйте, на сердце теплее. Ла-ла-ла-ла-ла. Если теплее, значит правильно. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, теперь знаете, что можно сделать? Вот есть люди, которых вы не очень любите? Ну, это, может быть, ну, вот такие какие-то ваши знакомые, которые, ну, так... Вот для них сейчас тоже. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Нет, очень важно, чтобы с любовью от души было. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну и с текстом. Текст помните? Там очень важные слова, очень простые, но очень емкие. Да, помните какие? На-на-на-на-на. 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 На-на-на. А теперь от всего сердца, как бы... На-на-на-на. На-на-на-на. Ну хорошо, молодцы, замечательно. Теплее.